К акциям, приуроченным ко дню памяти и скорби, присоединились и депутаты Государственной Думы России. К очередной годовщине начала Великой Отечественной войны парламентарии пришли в Думу со значками в виде красных гвоздик. Идея носить на груди красные гвоздики в День памяти и скорби принадлежит фонду «Память поколений», созданному Валентиной Терешковой и Всероссийской организацией ветеранов «Боевое братство». В Госдуме вспоминали и имя нашего земляка, ишкаролинца Дмитрия Мишина. 3 года назад со своей идеей создания георгиевских свечей он пришел в региональный исполком партии «Единая Россия». Здесь его поддержали. И сегодня акция «Свеча памяти» охватила не только всю республику, но стала и международной. Поддержали ее и депутаты, разобрав на памятные мероприятия георгиевские свечи из Мариэл. Особенно приятно, что зародилась она у нас в республике Мариэл. С ее автором я хорошо знаком. Очень им благодарен за вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Депутаты Госдумы присоединяются к акции «Свеча памяти» на Крымской набережной в Москве вечером 21 июня. Здесь запланировано создание инсталляции из 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны. 22 июня акция «Свеча памяти» продолжится на Поклонной горе. Свечи будут установлены в зале Центрального музея Великой Отечественной войны.